Всем привет, друзья! С вами снова Кот, и это очередное видео по прохождению сценариев в игре Arma 3. Ссылочка на данную миссию будет в описании. И на данный момент у нас есть две точки, которые нам нужно проверить. Большой отряд. Ладно, выдвигаемся. Там какой-то мужик стоит. Офигеть, тут, конечно. А, так он не стоит. Он висит. Интересные тут дела происходят. Мы почти на месте. Где они там? Я еще даже ни одного не увидел. А, вот он. Минус один. Идем дальше. Наверное, вот там, где палатки. Так, обойдем с другой стороны. Отсюда неудобно заходить. А тут чисто. Похоже, они все разбежались. Или наши их перебили. У нас что-то произошло. Я ранен! Что за сообщение? Надо кому-то помочь. Ладно, возвращаемся. А, это наш раненый. И что тут? А вот, кстати, такой способ лечения впервые вижу. Это все-таки больше для кооперативного прохождения. Готов! Хорошо, что они меня прикрыли. Так. А, это еще не все.
Готово. Ладно, возвращаемся на место. Здесь нам нужно найти какие-то документы. Нам, наверное, вот сюда. Вот документы. Тут что-то связано с ядерным оружием. Двигаемся ко второй точке. Противник. Вижу цель. 300 метров. Курс 1-5. Один есть. Погибни. Вражеский солдат. 300 метров. Юго-восток. Солдат. Вражеский солдат. 300 метров. Юго-восток. Я ранен. Доложить позицию. Солдат. 300 метров. Юго-восток. Надо их как-то быстро перебить, чтобы нашему помочь. Пока есть возможность. Минус. Вижу цель. 75 метров вперед. Готовый. Вперед. 75 метров влево. А эти-то откуда там взялись? 75 метров. Еще один, что ли? Вроде убил. Вижу вражеского стрелка. 75 метров вперед. Теперь точно убил. Можно оказать помощь, пока не поздно. Потому что они тут какое-то время лежат, а потом умирают. Какая ваша позиция? Двигаемся дальше. Я ранен! Мы почти на месте. Странно, что тут никто ничего не охраняет.
Какая ваша позиция? На всякий случай лучше перезарядить автомат. Чего там? Они живые, что ли? Ну да. Какие-то пленные, но это не наши. Тут тоже документы. Забираем. И здесь. Ну да, тут что-то с ракетами связано. Задача выполнена. Теперь нам нужно идти к точке выхода. Я ранен! Какая ваша позиция? Где-то тут будет точка выхода. Вот она. А на этом пока что все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Кот. Поставь лайк, не забудь подписаться на канал, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока!